Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей. Меня здесь Кирилл Футболов, и также напоминаю, что на новом канале проходит конкурс на 8 миллионов рублей. Поэтому участвуйте, ссылка будет в описании. А сегодня я хочу посмотреть новую игру в казино. Дурак называется, ну все знают эту игру, в принципе, карты дурак. И я хочу как это посмотреть реализовано в КРМП. Мне вот реально интересно. Давайте заводим наш вертолет, точнее запускаем. Я думаю, быстрее так долетим. Онлайн сейчас 410, я думаю, кто-то должен быть. Я хочу реально поиграть в эту игру. Я никогда не видел, как это играть в дурака в КРМП. В Сампе я видел, такое есть на Резоне, по-моему. Хотя родина это мод Резоны там и так далее. Ну вы поняли, короче. Поэтому мне интересно почти, как это будет здесь реализовано. Сейчас посмотрим. И попробуем поднять бабла таким образом. Не знаю, какую ставку будем ставить. Сейчас, в принципе, посмотрим. Давненько я не играл на родине. Ну, больше недели, на самом-то деле. Реально, времени не было, я просто был занят другим проектом. Но теперь буду почаще снимать. Также у меня здесь Фома есть, пацаны. Поэтому ждите стримы. Я буду делать наборы в Фому свою. Так, все, заглушили мы мотор. Все, теперь бежим в казино. Посмотрим, как же там все-таки играть в этого дурака. Так. Новый интерьер казино, я слышал. Да-да-да, я это понял. Так, вот чуваки играют в карты. Так. Ну там чуваки по-другому играют. Я хочу именно в карты поиграть. Того же достоинства. Так. В колоде две карты. Я хочу в карты поиграть. На самом-то деле. Поэтому ждем, пока они доиграют, и я с ними поиграю. Я очень хочу в карты сыграть. Я думаю, это будет прикольно. Поэтому сейчас сыграем в карты. Ну, интерьер, конечно, да, поменялся кардинально в казино. Но я хочу в карты именно поиграть. Только можно втроем в карты играть, да? Или нет? Подкидывайте карты, уже достоинство, что и карты на столе. Окей. Блин, я хотел бы уже поиграть, блин. Но не с кем поиграть, там стол занят, да? Я бы на самом деле хотел бы поиграть в карты. Поэтому ждем, пока не доиграют. Чувак вообще в АФК ушел, молодец. Просто молодец. Так, нужны фишки, надо фишки, так. Покупаем 1000 фишек, все, идем играть в карты. Так, 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 пацаны, подождите меня. Сейчас будем играть в карты, пацаны. Вот это будет круто. Ставка 100 тысяч, ну ничего, нормально, я думаю. Всего же можно 6 игроков. У нас четверо, я думаю, это нормально. Ну, в карты в реальной жизни я играю довольно-таки неплохо. Посмотрим, как в игре я это пробую реализовать. Так, сейчас мы дождемся начала игры. Так, еще будет козырь у нас. Во. Так, козырь у нас пика. Пика. Так, кому ход? Или кто ходит? Так. Пики, пики. Давайте мы бьем семеркой. Ну и чё? 9. Пика. Блин, как тут... Стоп, что я... Нельзя побить эту карту выбранной карты. А как ее побить тогда? Ёпта. Ладно, заберем
хрен с ним. А то я не понимаю, как это купить, блин. Что-то для меня эта система очень непонятна. Так. Это кому? Ко мне? Это ко мне ходит, что ли? Не, серьезно, да? А, не, не ко мне. Десятки, да? Король. Нет, это не ко мне ход, слава богу. Ну как-то здесь все сложно. Забрал чувак. Так. Стоп, так, вот. Сюда. Ну. А. Не, ну я ж могу побить стоп. Как? Боже, чё не могу понять, как эту игру играть. Да уж. Один я, наверное, не могу понять, как играть. На столе нету карты с таким же достоинством. А, это не абьюз, стоп. Валет, валет. А, это я хожу, нихера себе, блин. Чё козырь вообще так? Пики. Пика. Так, семерка, дама. Дама. Забирает. Так, 10. 10. Туз. Туз. 10. Хм, интересно. О, я хожу. Так. Это уже поинтересней. Сколько тут игра? На 100 тысяч, детка. Бита. А. А, во, давай, давай, давай. Подкидываем. Так, ко мне ход, типа. Хм. Блин, какая-то непонятная система для меня. Как здесь биться? Я вообще не понимаю. Ладно, это будет, конечно, жестко для меня. О, я вышел? Неужели я вышел? Серьезно? Нет, я вышел, да? Не, вот серьезно, да, прям? Блин, на самом деле для меня это очень непонятно. Я извиняюсь, если я туплю сильно, но для меня это очень непонятно. Прям пиздец, как непонятно. Давайте напишем бит. Поздравляем, у вас закончились карты, поэтому вы не останетесь в дураках. Смотреть, покинуть. Давайте покинем. А кто выиграл? В итоге. Кто в итоге выиграл? Никто не знает. Ладно, давайте еще раз сыграем тогда. А, 1000 фишек возьмем. И сыграем еще раз. Так. Потому что я без понятия, блин, надо играть. Играть надо выиграть. У нас уже тут 5 человек. Это уже будет поинтереснее. Ну, 1-1 я бы поиграл, блин. А так, на самом деле, для меня сейчас трудно понять, как здесь играть все-таки.
Это довольно-таки трудно, блин. Потому что толком система тебе ничего не показывает. Так, что там пики? Пики, пики, пики. Кому-то ходят. А, ну я подкину тогда. Так, кто-то забрал. Пика, да? Так, отбиваюсь я, да? 10. Как, блять, ее. Во. Десять. А я могу семерка? Блять. Как там, блин? Ладно, хер с ним возьмем, потому что, блядь, я не понимаю, как здесь толком отбиваться. 9. Чувак, по идее, забирает, наверное. Дама. Дама. Шестерочки. Так, это Федор отбивается, да? Давай, Федор, отбивайся. Так, Федор. Так, окей, я хожу, да? Окей. Так. Иван теперь ходит. Ходит теперь Иван, окей. 7. Семерочки, да? Король. Король. Так, я отбиваюсь, да? Дама. Блин, забираем. Все, я уже врубился вроде бы как. Так, на еще одну восьмерочку. 9. Давай. А, не лезет. Так. Отбиваюсь я, да? Отбиваюсь я. Так, дама. Король. Все, есть. Я хожу, да? На. Окей. Это уже поинтереснее, чуваки. Я уже начинаю врубаться. Это уже хорошо. Конечно, видос долгий получится, но, блин, зато интересный. Так, у меня нема бита. Так, отбивается... Чувак отбивается какой-то, так, забрал. Теперь я отбиваюсь. Окей, выходит на... А, окей. Я разоконил в дураках, оставили Федор Алиферов. Игрок в игру лишился всех карт и получил 1000 фишек. Все-таки я выиграл? Серьезно? Стоп. ММ. Предметы. О, у меня 2000 фишек. Я все-таки не в дураках, оказывается. Так, давайте еще сыграем один разочек. Я думаю. И все будет заебись. Еще один разочек. Сейчас с чуваком, походу, 1-1 сыграем. И все. Вон там чуваки играют еще. Сейчас еще попробуем 1-1 сыграть. Я думаю, так будет поинтереснее. 1-1 сейчас сохраним и все, будет заебись. Так, давай. Что у нас козырь? Бубна. Бубна козырь. Вот тебе еще восьмерочка.
Давай, отбивайся. 9 и 10. Бита. Так, окей, теперь он ко мне ходит. Так, 8. Ага, козырно мне дал, давай. Так, давай. 9. Туз. Все, отбой, так. Давайте 9. 10. Так, дама. Отбой. 8. 8. 8. Все, отбой. Окей. Так, валет. Так, у нас 3 козыря есть. 10. Окей, бита. 7. 6. Бита. Так, 7. Дама. Отбой. В колоде 4 карты только осталось. Так. Давайте тузом походим. Так, отбой, да? Так, погнали вот так вот. Королями. Туз. Еще туза мы кидаем. Так, что он на это скажет? Окей, забрал он. Так, 6. Ну, по идее, мы должны выиграть. По идее. Но это не точно. Потому что у него туз. Но у меня дама, король. 7 и 9. А, он не знает, чем побиться. Он не знает, чем побиться. Ну же, дружище. Быстрее думай. Забрал? Серьезно? Забирай, чё. Валет. Бита. Давай, ходи. Сейчас тузами походит, по-любому. А не. 9. Дама. Чё, чувак, ты проебал? Ха. Еее. Есть, я поднялся, пацаны, все заебись. Ладно, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Заходите на Сирайте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I'd be crying.